Скажи, пожалуйста, немного философский вопрос. Каким ты видишь идеальное или максимально адекватное комьюнити у себя в целом, комьюнити Твича? Комфортно ли тебе сейчас за свое? Или ты что-то хотел бы добавить, изменить? Спасибо. Я бы очень хотел, чтобы, блядь, разработали искусственный интеллект на основе, блядь, истории в интернете пользователя конкретно со всех ресурсов, чтобы вот данные хуевые люди, которые ведут себя, блядь, в интернет-пространстве плохо, блять, ко мне не попадали. Немного, да, хочу? Ну, чуть-чуть совсем. Блять, я еще хотел вертушки заказать. Полетели вентиляторы, блять, у системы охлаждения у братца, блять. Изъявляю желание быть модным в нашем канале. 26 лет адекват. Ализар. Вот впервые вижу вообще человека. С 2018 года подписан, с июня. 100 сообщений. Для модератора слишком... низкая активность. Женя, ты поступаешь так же, как челы, которые кикнули Таню с данжа, просто потому, что она твоя жена. Очень хуй поступок, мне обидно, что ты так сделал. Рассмотри Хикана так же, как и других модеров. То, что ему отказывают только потому, что он мой друг, максимально справедливо, неуважительно. Я еще никому ничего не отказал. Че, блять? С чего ты вообще взял? Я еще никому ничего не отказал. Просто не хватило времени всех чекнуть. Блять, чуваки, не надо из этого делать драму какую-то. Отслеживается 11 марта 2021 года. Ну, в целом, почти 2 года подписан. Незначительных дат моча, зато активность очень большая. Алан, принимаем тебя в народную модерацию. Кинул тебе все в ВК. Все, все, пошло, пошло сразу. Так, товарищи модераторы новые, вот... у вас, значит, вся инфа в личке ВК. Заходите, смотрите, чтобы нахуй ничего не сломать. Вот тоже вчера дал модерку кому, Нессеру. Положил чат нахуй на минуту. Вообще ничего не надо нажимать. Тут все отлажено, все работает и так. Единственное, что надо делать, это видеть чела. И в зависимости от нарушения, тайм-аут бан. Все. Все. Вообще ничего не надо трогать. Я вот тоже вообще не знаю, что за защитный режим. Нахуй он нужен вообще. Этот режим просто оффает чат, блять, охуенно. Потрясающая, блять, функция. Режим защиты от чата, блять. Когда может наплыв ботов? Так когда наплыв ботов, нужно создать инструкцию, добавить ее, блять, в стрим-элемент бот, блять, чтобы он нахуй банил. Напоминаю о скрытой функции. Если ёбнуть обобу, блять, красными буквами, вы отлетите на неделю, но вас никто не разбанит по этой причине. Никто. Вы предупреждены, блядь. Жека, а чё там твоя дочурка, как она? Нормально. Чему вопрос? Телефон и чат ПВЦ странно выглядит без 7 ТВ смайлов. А есть какая-то приложуха, которая подрубает тоже смайлы. Чат шарит. Он Purple ТВ пишет. Блять, не нажимайте защитный режим. Не нажимайте. Вам приходит Discord. Прежде чем что-то нажать в чате, вы заходите в Discord и смотрите. Это уже какое-то реальное крещение в модеры. О, щит! Ну, наверное, надо нажать на щит. Блять, я вообще не знаю, зачем добавили эту хуйню. Как, блять, можно ее выключить вообще? Это самая бесполезная функция, которую добавили недавно. Просто выключение чата, блять. Добавили функцию, которую нельзя отключить. Вот тоже, блядь. Аниме на аватарке. Берем. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что там, инстантно убили кого-то? Привет, Бумыч. Давайте по причине Бумыч банить на недели две. Это грубая хуйня, но, думаю, первомоча не стоит. Я, если что, не Бумыч. Я не знаю, какое реальное имя у Бумыча. Меня зовут Женя. Мой ник и мой бренд iLame. Прошу не путать. Если ты сравниваешь людей только потому, что они толстые, это исключительно твоя проблема. Только твоя, ничья больше. А если Бубыч? Ну, блять, у меня такие все бубы. А что, если я ебану камин-аут, нахуй? Начну пить гормоны? Блять, такой соской стану, пиздец вообще. А? И еще буду не iLame, а iLame-муля. И в плане кресел довольно сложно выбрать материал обивки, потому что нет нормального материала. Ну, в каком плане, смотри. Если ты выберешь кожу, она ебанута, дорогая чаще всего. И если ты жирный, у тебя жопа будет потеть, пиздец. У тебя всегда в районе очка лужа будет. И всегда спина мокрая, вне зависимости от того, насколько у тебя холодно в комнате. Кожзам очень быстро стирается.
И проблемы те же, что и у кожи. Просто, ну, типа, материал дешевле значительно. Тканевая обивка. Жопа будет дышать. Но, блять, у тебя кресло так вонять будет. Это пиздец. Просто будет стоять предмет, который будет пиздяче вонять. Вот. И вот в этом плане нету нормальных материалов для кресел, универсальных материалов вообще нету, блядь. У всего есть какой-то свой минус все равно. Тут в данном случае проще похудеть нахуй, купить кожаное кресло, блядь, и все. Кольцо снять можешь, что я его постоянно снимаю, играюсь, кручусь, там вот так вот. Могу пальцами закрутить, короче, кольцо так, что оно будет очень долго крутиться. У меня просто хуйня, короче. У меня нервный тик или хуи, как это называется, я не знаю. Что-то в руках надо держать постоянно. У меня кто, то ли брат, то ли батя у меня это назвал, как-то забавно. Фантомный дрочила или что-то такое. Ну, короче, ну вы поняли, короче. Здорово, Женя, как оно нынче? То заебись. Их приходится только в нарезках лицезреть твой контент. Обнял, приподнял, а он не получилось приподнять, спину сорвал. Здоровья тебе и твоим близким. Спасибо. А вот Дренис меня поднимает, нахуй. Ну, еле-еле, пиздец, там аж слышно, как подпердывает, но, блядь, мужик поднимает. Рек поднимает? Не, мне кажется, Рек обломится, нахуй, наполовину сразу. Блядь, ты гонишь? Там такая дрыща была, блядь. Дрыща была с нотками жира, блядь, ты что гонишь? Там, пиздец. Хочу быть модером. Никнейм конченый. Неплохо. Тазик сникерсов? Почему? Вот. Just only one. Сникерс. Супер говно. If you wanna stay journey like me, just eat this shit, boy. And you gonna be okay. When I broke out, I had to fight through them all. I showed them. But there's a loose end I need to deal with. У нее лицо красивее намного Миранды. Даже лысая. Важно не только лицо, понимаешь? Но душа важна. Чат, там Лишку в пой отложили еще на один месяц. Читали новость? Что самое забавное, они боятся Diablo 4. Уже давно переросли Diablo. И боятся их. Что-то знают, походу. Уже играть хочу, но у меня не прям такая ломка. В целом еще терпимо. Мы еще хотят, чтобы анонс 3.2.2 на Exile.com по данным попал. Там несколько причин указали. Не, с одной стороны, это хорошо, когда один из разработчиков уступает. Но таким выблядкам, как Blizzard, можно, в принципе, и не уступать. Ну, я так думаю. Blizzard в скобочках Activision. Ну, как сами согласились под этим крылом работать, так сказать. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. Чат, кстати, какие суши в Москве можно хорошие заказать? Прям, ну реально хорошие. Можно даже дорогие. Потому что мы раньше заказывали ниндзя суши. Потом, ну, февральские события, они сделали ребрендинг под Space Sushi и стали прям, ну, сильно хуже. Зета, Ноки и Гитория, не, это такое. Вот суши. Угу. Понял. Много лосося и вкусные суши годно. Понял, спасибо. Много лосося. Если есть много лосося, значит должно быть и мало лосося. Нихуя мансит, блять. Какие-то стратегические кроганы. Ну ладно, Джек не такая уж и хуёвая. Фотографируй, чё, блядь? Блядь. В
Скорчека нету, сука! Аля, отмена, нахуй! Тут драка, блядь, и охрану еще зови! Почему не было варианта «баба, ебитесь»? Ну шо там? What idiotic bunch of hormones thought that now was a great time for love? Love? Who said anything about love? I'm just trying to get you into bed. You ass. Come on, Miranda. You want this? Yeah, I do. Нихуя смелый, блядь. Die. You promised me, damn it. Лан. I died once already. I don't plan to do it again. Give me some time. When I'm ready, I'll come by, okay? Да ты заебала, блядь. Ладно. И то не это, и это, блядь, не так у нее. Сука, я не готова, блядь. Да-да. Ну так приготовься, чё. Ну это картина из этого. Из воспоминаний, так сказать. Нихуя кухня огромная, блядь. Ебанемба. Хуя себе флешка. Да, РК хорошая, она еще и почти в начале игры находится. Ребят, ты куда? He found Sakat, took his data, and killed him. I'm guessing she still got the disc on her. Good guess. Not that you'll ever see what's on it. You pure blood bitch! Чистокровная сука. Приглашаем вас на ток-шоу «Громкая отрыжка Рунет». Ваша задача – пить газированные напитки, далее пускать отрыжки. Мы будем замерять через устройство шума. Финалистов ждет призовой фонд 1 миллион долларов. Погнали! Так, сейчас приду, там у девчонок что-то опять не работает. Я сегодня прям на расхват. Всем нужен. Да ёкалэмэнэ, дайте поиграть! Все, меня теперь никто не будет беспокоить, наверное. Не точно. Получил утешительную награду. Мирандочка, ты куда? Nice shot. Блять. Я миссия, блядь, на так. Right. No, wait, left. I'm on it. Хороший звук. Похуй. Обалденный звук, да? Потрясающе. Ты FPS украл? Так это ролик был. Там ролики вообще там 15-20 FPS ролики примерно. Ты Шане написал там же, где и твоя мамуля? Серьезно? Я просто не понимаю, а чё такой, блять, какой-то больной ажиотаж вокруг
модерки, собственно, и модераторского состава. Я что-то не понял. Хорошо, я поясню, блять, для особо непонятливых. Модераторка, значит, еще раз говорю, если вы вызываетесь быть модером, значит, согласны на то, чтобы помогать бескорыстно, безвозмездно, на чистом энтузиазме. Все. Это не привилегия, блять. Ничего вам не дает модерка, ничего вообще. Вы просто согласны помочь. И все. Точка. Что за, блять, такое... Сука, мне прям это очень не нравится, такое отношение, как будто это, блядь, какое-то... Ладно, заткнитесь, короче, хорошо? Очень много негатива. Я прям сейчас, если дальше буду говорить, меня очень сильно порвет, блядь, поэтому... Просто, блядь, зачильтесь с этой темой, хорошо? Я решил набрать огромное количество модеров и провести, так сказать, народное... Как? Не модерирование, а... Блядь... Народную модерацию. Во, правильно сказать. У нас есть уже давно выверенные правила. По каким критериям банить? Кого сразу хуярить? Посмотрим, как это будет. И опять не хватает скорчека, прикинь. У меня там герой уже 4 палки заполнено. И там что-то 1.5 или 2 палки отступника. А тут, блядь, выбор опять. Дать леща, блядь, или сломать колени, нахуй. Обеим причем. Ой, блядь. Ладно, нельзя так стоять. Ладно, хоть чекпоинт нормальный. Бля, но то, что забрали... То, что забрали базуку, это несправедливо, я считаю. Бать, улетела. Черт, черт. Сакат's personal data pad. This has what we need to find the Shadow Broker. You're dead. The Shadow Broker has been in power for decades. He's stronger than anything you've ever faced. Is that why you sold out the Council to work for him? You think I betrayed the Council? Like Saren? Go to hell. The broker's given me damn good intel over the years. Intel that saved lives and kept the Citadel safe. So if the broker needs a few people to disappear, I'll pay that price without hesitation. Spectres don't blow up buildings filled with innocent people. Sure we do. We get our hands dirty so the Council doesn't have to. Да. I know who they are and what they've done. It doesn't matter. I think it does. You want to judge me? Look in the mirror. Kidnapping kids for biotic death camps, killing Alliance admirals who ask questions, and you're with them. Don't you dare judge me. Don't you? Antibiotics on the field. Friendly fire. Нет в этой игре friendly fire, а чё пиздишь? Я вообще заебись. Кушать хочется только. Вот по совету чата заказал суши из Осуши. Сейчас будем пробовать. Куда, блядь, пуля летит вообще? Просто хуй знает. Какой-то, блядь, вот этот прицел лазерный у пистолета, не знаю, только руинит, блядь, вообще. Он не показывает, куда actually ты стреляешь. Пока. Улетают они смачно, конечно, за 3 пизды. Я вообще, кстати, у меня гель ни разу не заюзал.
Даже в критические моменты, блядь. Когда очень хотелось. What the hell is the broker trying to do to you? The equipment is sensitive to tampering. This chair plugs into the broker's info network. You have to shut off the power. Pull me out now, and my brain cooks. Do you know where we can cut the power? It won't be easy. You'll have to go to central operations. What do you know about the broker? He did this to me. Немного. Это немного информации, но спасибо. Easy or not, we're all getting out of here. Good. Central operations is down the hall. You know the Shadow Broker's waiting for you, right? I'm counting on it. We'll be back for you, Farron. I'll try not to go anywhere. I want all teams to outpost C. Ебать, это кто? И чё это за раса? Я вообще такого чела впервые вижу. Это иллюминаты нахуй? Яг? И чё, чем знамениты? А, сейчас расскажут. Neither was caging Farron for 2 years. Доктор Тассони, your interference caused all this. Farron betrayed me when he handed you Shepard's body. The Drell is simply paying the price. Это, короче, ультраагрессивные ебаки пиздорылы, да? Energy and projectiles are bouncing off. Then we do this the hard way. Hit him now. Ебать, у него вооружение, чё так много? Привет, Евгений, пока еще не уехал в командировку, как твое настроение? Заебись. Как сюжет игры? Заебись. Хотел узнать, все ли у тебя хорошо? Заебись. И будет ли сегодня дота? Нет. Заебись поэтому. Желаю тебе здоровья и твоим близким, не болей, родной. И тебе не болеть. И чтобы у тебя все было. Заебись. Кламочку, почему не меняешь внешний вид персов? Так а зачем? Че похуй. Чат, я сладко пукнул. Хорош. Тебе один раз написали, ты не понял. Второй раз написали, опять удалили сообщение. Третий раз пишет, блять, ладно. Ну, типа, окей. Сложно все, да? Нажимай, иди туда, кнопку нажимай, иди, нажми, я! Блять. Да жизнь, они в галактике. I guess I'm fighting for us. All of us. Да-да-да, на кроваточку садись. People are messy, awkward, sometimes selfish or cruel. But they're trying. And I'm gonna make sure they have a chance. I hope the galaxy proves itself worthy of the effort you're putting into saving it. I should get back to my base. But thanks for inviting me, Shepard. Блять! Френдзон эффект какой-то. Ну и хуйня, я не играю. Это... Ладно. Не, игра в фул дерьмо. Тут не поспоришь, конечно. Ну ты хотя бы, чё там это... С бацей. I'm dealing with a few loose ends for Cerberus. We haven't had much free time lately. But I haven't forgotten our earlier discussion. I think we're crazy, but I haven't forgotten. Assuming you're still interested.
Да. Oh, I'm definitely interested. Definitely interested. I'll be by the next time things are quiet. Не понял. Бля, вот она такая, вот сейчас трахнемся. Но потом опять пришел к ней. Бля, ну вот сейчас, потом. Commander. Больше скриншейка. Пиздят там что-то. What just happened? В разработке якобы находятся сразу две Far Cry. Седьмая номерная и мультиплеерный выживач с перманентной смертью и системой рюкзака. Действие... Сперманентно! Мобильную Apex, в прошлом году названную Apple и Google лучшей игрой года, закроют по причине низкого качества и редких патчей. Это уже официально. Серверы отключат 2 мая, деньги за совершенные покупки не вернут. Охуенно, из магазинов охуенно, охуенно! Охуительно, блядь, охуительно! Зато все эти гондоны проголосовали против, блядь, слияния майков с Activision. Зато все эти выблядки сказали нет. Блядь, какие же лицемерные падлы, худшие в мире уроды, блядь. Это же просто пиздец. Это, блядь, ладно, идите нахуй просто. Ёбаный рот, блядь. Я тут такой кринж сегодня увидел, это пиздец. Ча. Это пиздец, но забавно. Про что поют? Отгадай. Тут в песне за 1.5 минуты весь сюжет нахуй, по сути. Dead Space основной. Как он это нашел? Ну, если присмотреться, то вот в этом кружочке упорядоченно нарисованы руки и ноги. Ноги, это значит, надо топнуть в круге, а руки ударить, типа, ну, рукой, собственно. Забавный кринж. Почему кринж? Ну, так в Dead Space лютое месище происходит вообще, блядь. Ни одной нотки спасения, надежды какой-то. А тут хуяк, челы песенку забавную поют. Ну вообще они в упор что-то нихуя не делают особо. Пукнул один разок под себя и успокоился. Давай, девочки, стреляй, я хуярю. Не, лучше стрелять все-таки и бегать чуть-чуть. Как точно закинул. А чё не показали? Я подал, блять! Не понял нахуй. Конечно, с ним надо попиздеть. У него типа, блять, погоны как у нас, блять. И он с нами базарил, блять. Ламыч, у тебя только одна миссия перед финалом. Выбирай с умом. Сори за спойлер. Переживаю за руин. А руины нет никакой. Это ты, блядь, выдумал, что есть какая-то руина? Если игрой предусмотрена концовка одна, другая, третья, четвертая, пятая, значит, она имеет место быть, как минимум, понимаешь? И если игрок сыграл, он сыграл так, как сыграл, блядь. Руин у тебя в башке только. Enemy
Да уби, да уби. Commander, what can I do? Always. But assuming you're still interested. Oh, I'm definitely glad to interested. Hear it. I'll be by the next time things are quiet. Завтра в три, блять. Мне, блять, реально Get даст раньше, чем Миринда эта ебаная. Oh, pardon me, commander. Да, 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 сейчас будет чудо. I'll the engine room. I'll be there in 5 minutes. I should have known you wouldn't settle for the captain's quarters. I settle for nothing but the best. По-моему, не самое удобное место, нет? Чтобы поебаться. Не? Сейчас там нанажимают на компе, пиздец. Чинить опять. Нормально. Хотя бы это показали. Уже неплохо. Shepard, I wish I had more information for you. I don't like you heading through that relay blind, but we don't have much choice. И все. Ну, в смысле, хотя бы показали хорошо укомплектованные сиськи, но в целом ок, типа, сойдет. We're coming. Just hold on. Get this door open. Come on. Ну и нахуй я ему. Steal the door. Снайперку, блять, прокачал, сука. Sorry, Shep. There were too many of them. I did what I could. Ясно. We're almost there, Shepard. We have to keep going, no matter who we've lost. Не такая уж ты и заебатая диверсия получается, да? А почему эта дура-то не справилась? Ну, типа, она... Covert Ops? Не? Чё она, блядь, не справилась? Она не подходит на роль. Всё она подходит на роль, блядь! Что? Речь была про диверсию? Она диверсант, блядь. Жалко коллекционеров. The collectors blindside their targets, hit and run. As powerful as they are, they're cowards. They've never had to stand and fight the best of us. That's you. Здорово. Количество патронов, конечно, профлан ебало. Такая цель еще хуевая, блядь. Что без ядерки ему не ебнуть. Он башкой, блядь, шатает постоянно. Ты куда, Саратов?
прилетели без реле, да? Роман с Мирандой все же не такой чувственный, глубокий, как Стали и Лиары. Там химия побольше, а Миринда, ну, такое. Приятного вечера всем. Чел, если бы у тебя в реале была такая девушка, как Миринда, то, блядь, у тебя бы яйца были постоянно пустые, блядь. Чел, шо ты, блядь, мелешь, нахуй? Сидит там, блядь, хули... Да она, типа, блядь, такая, я вот этот сам, нахуй. Я лучше скафандр поебу, там. Горизонтальную пизду. О, да-да-да. Он так подвел, что аж охуел. Вот и про чё. Контент на 6К онлайна многоточие. Так. Ну вот, чё ты пиздишь? Вруби стрим сам, посмотрим, нахуй, на твой контент. Это вот, я про все так могу сказать. Так. Умом? Я жру, сучара, блядь. Какой я еще должен контент делать? Мукбанг, как кореяночка, нахуй, сырого кальмара жрать? Ну да. Или чё, блядь? Какой я контент должен высрать, если у меня руки заняты пиццей, прекрасной Додо пиццей, по промокоду Рекрент заказываете? Оп, нормально. И по промокоду ILM заказывайте, нахуй этого, блядь, кретина. Так, и чё? Мораль клипа какова? Ну ладно, ну DLC и, в принципе, побочки в Mass Effect, это, конечно, кринж, просто, блядь, пиздец. В то время как сама игра на 4 из 5. Ну вот как раз минус балл из-за того, что контент, связанный с тем, чтобы отойти в сторону и позаниматься чем-то другим, это все, это инста-скука, вообще полная хуйня. Можно, ну типа, посидеть, поспамить дроны, блядь, в планетке и наигрались, нахуй.